Терещенко Дмитрий Максимович, комбайнер Албашской машино-тракторной станции Коневского района Краснодарского края. Родился 22 октября 1911 года в станице Новоминской. После окончания курсов механизаторов работал комбайнером в Албашской машино-тракторной станции до призыва в Красную армию по мобилизации. После демобилизации Дмитрий Максимович вернулся на родину и продолжил работать комбайнером. В уборочную страду 1951 года он комбайном за 22 рабочих дня намолотил с убранной площади 9017 центнеров зерновых культур, за что ему присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Последние годы жизни он проживал в родной станице Новоминской. Скончался 17 марта 1994 года. Мы, коневская молодежь, помним подвиг героя социалистического труда Терещенко Дмитрия Максимовича.